канун нового 2020 года началась добыча на месторождении «Левиафан» у побережья Израиля в 130 километрах от Хайфы. В ближайшие недели планируется также начать экспорт газа в Египет и Иорданию в рамках подписанных ранее многомиллиардных соглашений. Природный газ стал поступать с этого крупнейшего для Израиля месторождения, несмотря на отсрочки и протесты природозащитников. С началом работ объем добычи природного газа в стране удвоился. Это позволит Израилю постепенно отказываться от более загрязняющего топлива для производства электричества, в первую очередь угля. Впрочем, защитники природы считают, что добыча приведет к загрязнению окружающей среды. В связи с этим они организовали протест. Природный газ будут транспортировать с платформы по подводному трубопроводу, который соединен с израильской сетью. Оттуда энергоноситель будет переправляться по всей стране. Египет начнет импортировать израильский газ уже к середине января. Кроме того, в 2016 году группа-оператор месторождения подписала соглашение на поставку газа в иорданскую энергетическую сеть. Объем сделки составит 10 миллиардов долларов. Эксперты полагают, что в районе месторождения возможно обнаружение новых залежей природного газа.